Всем добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы рады приветствовать вас с новым конкурсом в виде космического футбола. А это значит, что совсем скоро нас ожидает яркое противостояние двух команд в борьбе за 5000 кристаллов. Ну и, конечно, традиционно по окончанию данной трансляции будет розыгрыш промокодов, принять участие в котором сможет каждый из вас. Ну, а пока представлю сегодняшнюю команду, которая будет освещать данное мероприятие. Итак, сегодня отвечает за картинку наш оператор Сергей из Баланса, комментирует со мной наш комментатор Кирилл 132. Кирилл, привет! Привет, Генри, привет, привет нашему оператору, в общем-то, и вам, в принципе, тоже здорово. Сегодня у нас будет насыщенная трансляция, мы много чего обсудим, в том числе и челленджи, которые у нас выйдут 1 февраля, также посмотрим на незабываемо крутой конкурс «Космический футбол», 20-минутный целый. Так что, в принципе, последний вечер января мы проведем в такой обстановке. В радости, да. Такой уютной, романтической, хотел сказать. Но нет. У нас победители уже есть, кстати, розыгрыши, и уже постепенно врываются наши игроки на карту, распределяются по командам, и, думаю, совсем скоро начну. Тогда я, наверное, представлю у нас участников, которые будут участвовать именно в этой битве. Так, участники у нас Гагаз-2001, Катков Егор, Димка из Рыбинска, Тарон 3, В-55 танки, Старлидер Мега, Си, Мамикон 21456, Жигулини, Суфик 1234, 2008 Кьюски, Уформ Армения, Ялкат и Мастер Саш. Это я так понимаю. Да, именно так, уже 7 из них ворвались на карту. Все нормально, Дима. К слову, дорогие друзья, анонсируем сразу 150 лайков и промокодик не заставит себя долго ждать. При наборе такого количества лайков мы отправим промокодик. Челленджи будут интересными, легаси красивые, но не до него дойти надо. Ну, слушай, если мы уже начали затрагивать эту тему, я буду объективен в плане своих высказываний. Вот, по поводу пропуска, то есть сначала мне показалось, что его увеличили на 100 рублей, но нет, там это, я так понял, спецпредложение, в которое входит премиум аккаунт и, соответственно, боевой пропуск. Да, целых 3 дня премии туда входит, хотя мне кажется, 3 дня очень тяжело набить будет, поэтому уж лучше купить пропуск как таковой, а премиум, ну, уже в крайнем случае. Ну, да, я, кстати, подумал, что больше, хотя бы неделю или 2, ну, блин, ну, 250 рублей. Ну ладно, в принципе. По поводу Hornet XT, но он же у всех есть просто. Это один из первых корпусов, которые все покупают. Потому что, в принципе, ну, первый он красивый. А второй он был один из первых, кто мог его взять, да, он там продавался сначала. Вот. В-третьих, ну, и все, в принципе. Двух причин хватит вполне. Вот. А по поводу, да, Legacy Rex, она прикольненькая. Можно было бы даже, наверное, Hornet Legacy сделать для этих челленджей, допустим, да? А хотят на март сделать Hornet Legacy уже на следующий челлендж, который будет после февральского. То есть будет двойной стимул набивать сначала на рельсу, потом на Hornet Legacy. Ну, все но равно, опять-таки, смотри, если, допустим, есть даже рельса XT, либо Hornet XT, зачем второй скин, если можно спокойно рассекать на таких уникальных скинах? Ну, это тоже верно. Ну, смотри, у нас первый челлендж был. Хантера не было в продаже, но его впихнули туда за боевой пропуск. Вот, в этом же челлендже у нас нету ни у кого рельса XT, у рельса Legacy, ее нигде не продавали, ее туда впихнули. Почему тогда не сделали нормальный какой-нибудь там приз за обычную, да, цепочку, эту линейку без покупки? Но в принципе и по первому челленджу Жига XT тоже была у довольно весомого количества игроков. И все же те же, кто ее раньше либо купил, либо получил из контейнеров, либо в свое время выполнил те самые легендарные задания, за которые можно было когда-то получить XT предмет, они тоже были в некотором роде ущемлены, поскольку не получили награду за первую цепочку, именно за 50 уровень. Ну все равно, как бы, это не тот приз, ради которого хочется набивать. Вот бы давали компенсацию, если бы давали компенсацию какую-то хорошую такую, ну допустим, ну ладно, уж стоимость М3, именно М3 корпуса Хорнета, окей, как бы там 200 с чем-то тысяч кристаллов, это более-менее чем достаточно, да, чтобы там, ну как-то хотя бы для рельсы Легаси,
Побороться, да, Рексу, Регаси побороться. Вот. А как бы, ну, Хорнет Экстин, он у меня есть. Ну хорошо, ради рельсы 2000 звезд набивать, тратить 150 или там 300 рублей, смотря с кем я буду набивать. Вот, ну это не, это не то. Ты знаешь, скины со временем будут у всех, но вот в принципе я в свое время, когда их тишки еще не продавались, я мог купить парочку скинов, но я кристаллы все вкладывал в прокачку аккаунта, потому что мне казалось, что скин это уже вторичное. Главное, чтобы аккаунт был прокачан, чтобы было комфортно играть, чтобы вооружение было прокачано на максимум, а затем уже можно подумать о скинах. И вот на самом деле, возвращаясь к челленджам, на мой взгляд, лично меня бы мотивировало, если бы, допустим, на последней цепочке был какой-нибудь, не знаю, дрон, даже не полностью прокачанный, но которого нет у тебя в гараже, либо что-то такое, что может повлиять на сам исход боя. А скины, ну, ты можешь их применять, можешь не применять, но это никак не повлияет на саму результативность. Дрон XT нужен. Такой, знаешь, хороший дрон XT. Его же можно взять. Он, правда, ну, будет мало заметен, но и стоить он должен меньше, по сути. Или будет продаваться в добавку, да, допустим, продается... Не знаю, молот XT, да, и там дрон какой-то под молота, я не знаю, какой-то крутой дрон. Вот. Лучше купить спецпредложение выгоднее, 50 на 350, 3 дня приема, потом захочешь боевого пропуска, 150, грубо, 150 плюс 150, 300 рублей, 300, больше 250 на 50 рублей. Математика на стрим-то. То есть выгоднее купить спецпредложение. Смотри, ну 50 рублей это не так уж выгодно. Вот. Если ну хотя если в период сесть и набить за 3 дня челленджа, я думаю, что такие люди найдутся, тогда да. Будет смысл покупать такой пак, и плюс ко всему премка выдает небольшой бонус в виде ежедневных подарков. 3 дня бонус, вот это да. Я же прям там, как говорила Надя, ну я не буду говорить, как она у нас писала в конфе, вот от счастья там кое-что сделаю. Да, ребята, сколько нас там смотрит, кстати? 104. 104, это, я так понимаю, нам нужно 150 лайков, да? Да, 150. Ребята, давайте. Ну, смотри, третий у нас уже есть, 104. Сколько 100... Сколько у нас лайков-то? 64. А, 64, я послышал 104, я уже обрадовался. Ну, тогда улетать и не нужно, это конкурс. Выгоднее Кири, не спорь, Генрих Пав, хотя я его чуть ненавижу. Выгоднее на 50 рублей. Ну, для меня это не выгода. Для меня выгода это, допустим, 300 рублей, 300, там, 500, 700 рублей, да? При том, что если покупать, ну, будем брать в счет дорогие предложения от альтернативы, это, допустим, XT. Да, они стоят у нас 3000 рублей. Выгода будет, допустим, рублей 500-700. То есть за 2-300 там за... спокойно можно взять, если это по скидке. Это выгода. А 50 рублей, ну... Что? Давай. 50 рублей, ну как бы, ну, для кого-то это выгода, да. Для меня это, ну... Я просто не хочу показаться каким-то мажором. Вот. Как вы, я не являюсь. Просто слова надо подобрать. Правильно. Слушай, ты говоришь о выгоде, а сам-то набивать будешь? А я не знаю. Я не знаю, но я как бы могу набивать, но будет ли у меня время, потому что вечером у меня ГК, плюс трансляции, поэтому я не в курсе, смогу ли я вообще заходить в танки. Хотя после 4 февраля, нет, там дальше снова у нас ивент, поэтому нет. Да, всем привет, кто присоединяется к нашей трансляции. Промокоды на экран выводить не будут, но при достижении 150 лайков промокодик будет сброшен. Чё? Киря, это с этими ценами, а с данными это тоже выгода. В смысле с данными? С данными ценами? Или с данными, в смысле, данные? Ну, ладно. Так, я так понимаю, мы там ждем игроков еще, которые заходят, никак не могут зайти. Ну, как бы выгода, ну, возможно, да. Но, как я и говорю, выгода 50 рублей, это для кого-то, да, это выгода. Вот. Но при таком раскладе, мне кажется, проще там насобирать 500 рублей. Сейчас я посчитаю, сколько это будет стоить. Примерно. Допустим, вот у нас есть премиум аккаунт в магазине. А, неделя. 90 гривен это... Ну, где-то... Ну, до 200 рублей. Ну, до 200, да. То есть это ты можешь
купить, ну, по сути, плюс 50 рублей еще докину, да? И это получается 2 недели према плюс боевой пропуск, и это более-менее как-то уже круто. То есть ты покупаешь за 250 3 дня према и боевой пропуск, но ты можешь добавить себе 300 рублей, ну, как бы это, мне кажется, не особо там такие большие деньги, при том, что ты будешь целый месяц играть. Ну, и хорошо, не целый месяц, 2 недели. 2 недели према, как я сказал. То есть добавить 300 рублей к этим 250, и, по сути, это 550, это 2 недели према, боевой пропуск, нежели ты платишь там за 3 дня. Ну, как бы не, ну, смотря с какой стороны смотреть, это, может быть, и невыгодно. 250 и 300, 3 дня према, боевой пропуск, но отдельно покупая. Я понял, что ты имела в виду, то есть экономить 50 рублей на том, что ты отдельно купишь, точнее, все вместе купишь, вот это спецпредложение за 250 рублей, либо же отдельно. Я понял, но я тебе говорю то, что будет еще выгоднее. Ты докидываешь 300 рублей, по сути, за 550 покупаешь 2 недели према и боевой пропуск. Как принять участие в космическом футболе? Смотри, за час до всего конкурса была какая-то регистрация на сайте конкурса, там необходимо было подать заявку, и затем, если рандом будет благословлен, участник соответствующий получает ссылку на данный конкурс. Поэтому необходимо было зарегистрироваться заблаговременно, но если уж не попали на данный конкурс, прошу не расстраиваться, поскольку сегодня еще будет победи админа, в котором вы также сможете принять участие. А мой аккаунт, его забанили ни за что, точнее за читы. Вот это причина, ни за что. Но я на читах не играл, это несправедливо. Ну, процент маленький, конечно, что тебя разблокируют заново. Вот. Но попробуй написать техподдержку. Где я туплю? Слушай, ты меня понимаешь? Я тебе говорю, что лучше добавить 300 рублей и отдельно купить 2 недели према и боевой пропуск, нежели за 250, округлим 300, ты покупаешь боевой пропуск и 3 дня према. Я тебе говорю, более выгодное за минимальную вложенную цену. Тем временем уже играют наши участники, пока что счет 0-0, мяч находится на половине синих, и им необходимо разжиматься, необходимо увозить мяч как можно дальше, поскольку их все меньше и меньше находится на данном участке карты, но и красные тоже довольно быстро погибают, синие отстреливают из последних сил, и вот уже мяч пересекает практически половину. Как зарегистрироваться в розыгрыше для зрителей? Зайди на сайт, там мы скажем ключ чуть попозже, там ближе к концу этого раунда. В принципе, ты его ведешь. Обязательно условие быть подписанным на наш канал, иметь открытые подписки, ну и, естественно, сидеть на трансляции и слушать нас, комментаторов. Будут ли в твоем мобайл промокоды? Я думаю, что рано или поздно будут. Главное набраться терпения. Ты когда-нибудь слышал такое слово «отблокируют»? Нет, разблокирует, да. Но... Отблокирует. Я просто прочитал. Если Интересно. ваши слова подтвердятся, то ваш шаг отблокирует. Блин. Ну ладно. Так, мячик у нас лежит справа. Подхватывает его на 220. Тут синяя команда, кстати, как-то зажимается справа. Почему-то. Да, красная прессингует на протяжении последних 3 минут. Необходимо разжиматься, и вот очень опасная атака, сразу трое Динкрит видно с Килфром Армения, В55 атакует, Килфром Армения подхватывает мяч, теперь он будет танковать на точку, и у него очень высокие шансы забить, не он, так Димка из Рыбинска могут подхватить. Есть еще Суфик, который подключается к борьбе, это должен быть гол, слишком много синих находится на респауне, с Килфром Армения выделывает невероятного рода пируэта, но все-таки забивает. Наконец-то, ну. Наконец-то. Танки мне написали, что не разбанят, потому что мой аккаунт не взломан, и типа владелец всякой игры на счетах, но владелец всякой я. Ну блин, если тебе техподдержка ответила, что владелец аккаунта играл на счетах, значит ты играл на счетах, если ты владелец. Если не ты владелец, тогда, ну, вопросов вообще больше к тебе нету, потому что по-любому тебе аккаунт не разблокируют.
Touchdown! Есть, кстати, у нас второй гол уже. Забивает, я так понял, его В-55 танки. Вновь падает мячик, будут наверняка подбирать красные, слишком много их находится и на половине поля противников. Да и вообще подле точки падения мяча, синие как-то в разброс играют, находятся очень часто на респаунах, несколько деконсолидированы, и его 55 танки обладают хорошим шансом забить. Только прикидывает он мяч, возможно, даже за пределы поля, и погибают все-таки красные, вовремя успели отсреститься представители синей команды и раздамажить атаки. Конец трансляции, ну, как только вот мы закончим, осталось 15 минут игры, плюс еще пока розыгрыш, примерно там подсчитай. В районе 25 минут. Да, там, где-то так. В районе 40, может быть, там. Вот так вот. 40-45. Старлидер на подхвате. Опять эти звездочки мигают. Я не могу понять, есть ли овердрайва. Надо это фиксить. Ну, кстати, если бы сейчас кто-то приехал, то могли бы доставить. Правда, никого нет на подхвате. Хотя могут попытаться. Могут попытаться. Мастер Саш вовремя скидывает. Это дает некий шанс для ребят, чтобы они отдефились и не поставили. Кстати, да, красных все больше и больше респится. Подарил несколько десятков секунд своим тиммейтам мастер Саши. Теперь синие зажаты. Круто фигур хоть и подобрал, но все-таки не сможет ничего сделать. Гагас также превращается в полуминус. И красные благополучно вышли из опасной ситуации. Что нужно, чтобы принять участие в турнире? Смотри, если ты о киберспортивных соревнованиях, то необходимо перейти на сайт, на портал киберспортивный, там перейти во вкладку турниры и, соответственно, выбрать турнир, в котором ты хочешь и можешь принять участие. Но, к слову, прошу заметить, что сейчас проходят командные турниры, в частности, завтра будет открыта регистрация на второй Блиц, и, соответственно, чтобы принять участие, необходимо вступить, либо сформировать команду как минимум из 7 человек. Майлкат в одиночку танкует, и проехал он довольно большой периметр карты, но красные все-таки расправились с одиночным противником. И мяч вновь выброшен за пределы поля. Есть у нас мячик в центре, на него уже готовы прыгнуть с обеих сторон от Краков Егор. А, Катков Егор, кстати, впервые я вижу вот такие вот махинации. Очень интересно он поступил. Да. Было бы неплохо, если бы тиммейты находились на этом участке карты, чтобы они им помогли, а так то все-таки предпочитает синие больше отстреливаться со своей половины поля, чем танковать. Было бы неплохо, если бы он летел, подкатил по мячик и забрал бы гол. Это было бы интересно. Вы через клиент танка? Ну, я через клиент танка, да. Это пока что для меня самый оптимальный клиент, которым я могу пользоваться. Официально у меня лагает жутко, я не могу понять, что он там жрет в моем компьютере. Вот, но он вообще проседает по FPS жестко, хотя я выключаю все настройки, в танке у меня все идеально. Вот, а клиент официальный прям, ну, меня не радует. Флешплеер, помню, им пользовался, но тоже там некие проблемы присутствуют. Танка, в принципе, это сейчас самый нормальный клиент. Ребята, качайте танк. Зачем вам? Но у меня обратная ситуация, я через официальный играю, но в принципе не жалуюсь на проблемы. Я думаю, что это все довольно индивидуально. Вот синих опять был довольно острый момент. Могли забить, если бы Катков Егор не перевернулся, не сбросил мяч. Теперь уже мастер Саш подхватывает, перекидывает своему тиммейту. Наверняка Суфик, либо Димка из Рыбинска, или кто-то еще подхватит. И в 55 танки уже стремится во все. Ну, какая-то заварушка, вижу. Что-то вроде использует овердрайв, уже два овердрайвика попало. Доставят или нет? Должны доставить. Должны, там всего один человек. Отлично. 3-0. Очень хорошо. Качайте, пацаны, танк. Танк the best. Как продвинутый пользователь, вам говорю. Продвинутый пользователь этого клиента, но он меня точнее еще никогда не подводил. Есть крит-ошибки, но крит-ошибки они так вылетают, как бы справа и все. И можно, в принципе, дальше играть, ничего не меняется. Там а часто вылетают? Случаи. Вылетает, ну, может быть, один раз там за день, за два дня, за три дня. Вот так вот.
Они беспокоят, допустим, такие моменты, если линия сервером разорвана и попросту выкидывает избитого? Нет, такого нет. Может вылететь какая-то ошибка, допустим, и все подвиснет. Но это вообще единичный случай. В основном вылетает какая-то ошибка, ты, в принципе, можешь дальше играть, ее просто закрыть и все. Вот, я так вот, в принципе, и делаю. По поводу белых экранов, которые там вылазят у некоторых пользователей, это просто флешплеер нужно обновлять, Дима. Вот, чтобы не вылазило. Потому что у меня этот последний белый восклицательный знак был, ну, может быть, месяца 4 назад, 5. Вот так вот. И то, в принципе, я тогда вроде как в лобби выходил, и он у меня вылетел. Больше он меня вообще никак не беспокоит. Пожалуй, я задумаюсь о том, чтобы перейти на танк. Нужно будет остановить, сравнить. Он прикольный, потому что туда можно сразу впихнуть несколько аккаунтов. Допустим, у меня стоит моя основа, мульт и спектатор. То есть я раз кликнул, перешел на сервер, сразу же там не нужно выходить, переводить пароль, вводить его обратно. Ну или как у нас там есть система запоминания, все равно нужно вот это вот лишние вот эти вот движения делать. Я тут раз так выбрал и оно сразу перекинул. Ключи там от браузера, от официального, да, вот от всех этих других. Не, у нас такой пиар Юра Разеватов не проканает. А, да, ребята. Да. Да, по-моему, будет на 150 лайков. Сколько у нас? Ну, надеюсь, соточку уже собралось хотя бы. Близко к этому, 96. Поэтому осталось еще 56 лайков, 54 лайка для того, чтобы первый промокодик был отправлен в чат. Смотри, красный вновь опять угрожает тем, что забьют гол, если счет станет уже 4-0. И это довольно опасная ситуация для синих, поскольку в их распоряжении всего 9 минут для того, чтобы отыграться. Ух, как эпично Сия была брошена назад, но все-таки синих очень мало в этом участке карты. Понятно, что они будут дамажить, нас заблокировать. Вот только Каган сможет, главное, отреспиться. Но долго он пробыл в фантоме, и все-таки Сия забил мяч. Очередной золотой ящик у нас на карте снова в центре падает. Я хочу увидеть вот Старлидер Мега, который попытается его взять сверху. А, не он. Это был Жигулини. Это Жигулини. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Летит, летит, летит. Нет, не долетит. Чуть-чуть не хватило. Ой-ой-ой-ой. 2008 кил забирает золотой ящик. Ну, поздравляем. Вы можете сделать рубрику «Спаси контент»? Да, конечно, можем. Только смысл. Кирилл, вопрос к тебе, где скачать клиент танк? Я его качал... Мне скинули ссылку, это чисто не реклама, мне скинули ссылку на Килжета. Вот, он когда там делал видео про танка, я у него скачал этот клиент. Вот, а чтобы прям такую прямую ссылку я дать не могу, можете там где-то у него найти. И вновь красные танкуют, только довольно быстро отправляются на респаун. Сия должны следить, Димка из Рыбинска тоже не располагает достаточным количеством жизни. И Катков, фигур, в свойственной ему манере вновь в одиночку стремится забить гол. Слишком много красных, его очень быстро выносит. Думаю, в этот раз он пожалел, что нельзя играть с резистом от знаки. А резисты же можно, да, от смоки или нельзя? Нет, нельзя. Где-то у кого-то я вроде видел. Показалось, конечно, ну ладно. Пара игроков на овердрайв катаются, на фулках разъезжают, куда-то не туда поехал Катков Егор, решил на свою базу поставить мячик, но нет. Овердрайв есть, используется от Тарона, я так понимаю, ну и Катков Егор. Он должен забить. Да, отлично. Это первый, кстати, шарик. Для синей команды. Ну хотя бы мяч престижа доставили, это уже хорошо, летит следующий. И вот по поводу этих овердрайвов, которые вообще не загораются никак. Почему? Я не вижу, я иногда путаюсь в плане, кто там использовал. Допустим, сейчас, я так понимаю, использовал Катков, потому что он доставил мячик, возможно, ему там прибавилось. Он, к слову, может быть, второй доставит. Нужна помощь, давай. Продолжим опять. Слушай, буквально за минуту два мяча, и это довольно эффектно. У сильной команды есть и шансы сравнять счет, и более того, вырваться вперед. Главное не ослабевать, не отпускать хватку, держать красных на респауне. Сейчас то довольно много синих на стороне красных, и они стараются удержать контроль в своих руках. Скинули, кстати, нам в онлайн режиме изменений в битвах и на карте Бойня, я так понимаю, с 1 февраля вместе с челленджами выйдет для матчмейкинга обнова в 7 минут, но это мы все, в принципе, знаем. Переодевание в битвах.
Среди сокращения времени битв стало необходимо пересмотреть и длительность паузы между переодеванием битвы. Ага, сократили до 3 минут, я так понял. Это хорошо. Да, потом по поводу сокращения битв, ограничения по целям режима, фраги там и т.д. ТДМ вместо 70 фрагов, точнее вместо 100 фрагов 70, я так понимаю, везде увеличили где-то, ой, уменьшили на 20, на 20-30. Ну да. Ну это да, это рациональнее, потому что как бы 8 минут играть и так уже никак. На карте бойня убрали кратеры, они там были, которые слабо помогали убраться от соперников, и добавили постройки на обеих базах и между центральными холмами. За ними прятаться будет удобнее и эффективнее. Вот это прикол. Они там. Но кратеры довольно забавные были. Ну, как-то даже жалко стало. Они лагали по текстурам, я там постоянно врезался. Я так понимаю, кратеры это вот эти вот впадины, да, которые... Да, эти воронки. Угу. От метеоритов или еще чего-то. Я понял. Также на Бонни матчмейкинге вновь можно будет поиграть в режимах CTF и RGB. RGB. Ну, блин, это прикольно. По поводу построек, да, мне будет интересно посмотреть, потому что Бонни это слишком уже открытая карта. Ну, там, вулкан, по сути, на своей базе стоит, сидит или по центру где-то, и все. Особенно с этим устройством, блин, бесит меня оно, которое поджигает. Ну вот, эти постройки более-менее как-то будут спасать, нежели, как ты сказал, воронки. Вот, так как там, что прячешься, что не прячешься, там все равно достреливает все. Абсолютно. Даже фриз туда будет попадать. Вот, так что, ну, мне кажется, это интересненько. Это интересненько. Бонню изменили, нам ее сначала изменили в плане текстур. Ее немножко сгладили утюжком. Вот, и теперь у нас там добавили парочку зданий. Я так понимаю, по центру еще какие-то здания будут. Блин, почему не поставить картинки, как примерно будут выглядеть до и после? Чтобы было интересно. Ну ладно, в принципе, 3,5 минуты у нас, точнее, 4 минуты у нас остается, можно назвать ключик, он у нас 86-17, так что вперед, вводить ключ, погнали. Когда промокод... Очень хитрая тактика восполнения красных, переписываться в чате о том, что необходимо держать мяч на трибунах, как можно дальше от точки, наверняка задействовано в том, чтобы сохранить текущее преимущество именно в виде счета 4-2. А вы челленджи будете проходить или вам разработчики дадут и будете радоваться жизни? А нам разработчики ничего не дают, я тебе так скажу. Вот. В плане ивентов, да, каких-то, которые проходят в танках. Мы абсолютно такие же игроки, как и вы. Но с каким-то определенным кругом обязанностей, которые мы должны выполнять, так как мы все-таки числимся в помощниках администрации. Вот. Так что, ну, челленджи, как и вы выполняете, дают, так и мы выполняем, дают. Мне только нравится устройство на гром. Я, кстати, заметил, что вроде с устройством на гром он стал стрелять как обычный гром. Может быть, мне, конечно, показалось, либо же я просто не играю на этом. Может, привык? Громе. Может быть... Не, я вообще не играю на громе. В плане, я просто со стороны наблюдаю. Вот. Поэтому я и спросил. Может быть, конечно, я... Да. Не привык к этому. 86-17, ребята, ключ. Вводите его. Повторите. Повторил уже. А мяч покидает трибуны, Димка из Рыбинска, либо кто-то из синих подхватит сей предмет, который необходим для забития гола. Да, все-таки Димка из Рыбинска будет танковать, есть мастер шанс, есть килл фром Армения, и они стремятся к тому, чтобы забить. На синих довольно много отрезалось, неплохо было бы, если бы Жигули не заблокировал, более того, вражеский бомбардир был слит, скин фром Армения исправляет ситуацию, и уже он стремится к тому, чтобы забить, тут Таркор пытается что-то сделать, но также погибает. Ой-ой-ой, он еще и в минус падает, пытается вот оттолкнуть, успеть, нет, все-таки успевает, отлично. Это было красиво, кстати. А почему именно 7-8 минут, а не 4-5 и не 10? Ну, 10-11, 10 минут пытались, это слишком долгие биты, 8 минут сделали, чтобы в школе было удобнее играть на переменах. Ну вот, а 7 минут, я так понимаю, чтобы успеть... Чтобы еще удобнее. Да, чтобы еще удобнее. Слушай, за большой перемену 2 битвы можно уже скатать неплохо. Ну тогда... Смотри, какой еще учитель, знаешь, может, который... Звонок для учителя! Вот что-то в этом роде. У нас такое было. Я не знаю, как у всех, но у нас такое было, я помню. Мне да, аналогично. Звонок для учителя. Нифига себе, звонок для учителя.
что как бы на урок это звонок для учеников, а на перемены это для учителя. Интересно. Это получается какой-то карцер под названием школа. Расскажите о себе, пожалуйста, мне хочется узнать о вас побольше. Обычные люди. Вот. Генрих учится, я работаю. В принципе, все. Вот. По поводу танковой какой-то тематики. Нар забивает гол, довольно эффектно, 5-3 счет становится. Жаль, что лишь 40 секунд остается в распоряжении синей команды. И все больше и больше шансы сравнять счет сводится на нет. Но этот гол был воистину красив. Ну 5-3, если бы они тогда не пропустили бы два мяча, то возможно бы они сравняли счет. Да они вначале зажались, да, все именно так, пропустили довольно быстро в течение первых нескольких минут сразу два гола. И собственно говоря, это и обусловило результат. Битва, кстати, реально достойная, мне понравилось. Это одна из тех битв, которые реально было интересно смотреть, они просто, ой, они там туда перекинули, они там сюда перекинули как-то. Ну, вот такие составы, они более сильные, чем предыдущие, да, которые у нас были до этого. Куда вводить промокод? Смотри, нажимаешь на магазин, кликаешь в раздел «Другое», а там есть кнопочка промокода. Нажимаешь на нее и, соответственно, получаешь поле, в котором ты вводишь данный набор символов.